Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопи Джанна Самайоктам Бриндаваном Манохарам Ванча Калпатару Васяки Пасинду Бхавача Патитанам Павуне Бхавишна Бхибхьо Наму Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхайта Грим Ятки Патам Ханаванде Парамананда Мадхавам Бриндави Тулсиде Бхайпияви Кешва Сача Шна Бхакти Паде Деви Сатта Ваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттамам Девинг Сарасватинг Васам Тато Жайо Мудире Шанкиртане Кришна Катхопадеше Гаурия Паттвасья Пракасане Ча Шадануракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамодакша Джагод Варану Дхайям Сада Парибхавагна Бхавишчадухам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витатихам Панутапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарна Аривиндам Ят Пада Паллавана Качанда Мани Чатая Бисфуриджи Такимапика Пабодуша Дерши Пуранану Рагра Сасагра Сарамурди Сарадикамай Кадакипан Карус Шри Кришна Чайтанна Прабхунита Ананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабхунита Ананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Аджануламмита Бхуджо Канука Бодату Шанкиртанай Капитару Камала Хьотакшу Вишамбару Диджабару Джугодхарма Пало Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дивья Рупам Муктинча Муктинча Дада Синитам Бхаванурупенна Садханаранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманга Мадапхарам Варанаси Пурапати Бхаджавишанатам Баги саджасва бадане лакшмир жасва ча бхакшаси жасьясте хидае самбит твам ничингам ахам бхаже Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари.
Гаурангайка гатир ваджаситамати си гаурадхама стхити Сасасвайка витира кушанга вирати Дусто бетхани скрити Сиру пайкарати санатананати Сиживати йосути Сисиддханта сарасвати виджаяти Гаури агости пати Сисиддханта сарасвати виджаяти Гори Агостипати. Гори Агостипати. Сесила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Джагат Прабхупад. Джагат Гуру told, we are going to leave this material world very short. Гостипати Сесила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Джагат Прабхупад сказал, что мы можем очень быстро оставить этот материальный мир. Наша жизнь не столь долга. И в течение этой жизни мы должны вместе служить Радха Говинде, Гуру Хари. Мы должны проповедовать послание Рупы Рагунатхи сообща. Должна быть гармония между нами. И под руководством единой Ашрая Виграхи, и вот под руководством единой Ашрая Виграхи мы должны служить Радхе Говинде, Гуру Хари, мы должны совершать служение им, мы должны проповедовать послание Рупы Санатана, Рупы Рагунатхи. На самом деле послание Рупы Рагунатхи значит это значит послание Гауранги Махапрабху. И вот под руководством единого группы Падмы Ашрая Таттва Виграхи мы должны совершать наш баджан. На самом деле, Гададхар Пандит Госвами, он Гуру Таттва. Гададхар Пандит Госвами, Шримати Радхарани, он Радхарани, не отлично от Радхарани. На самом деле, Бхактивинода Тхакур говорит, Шрила Сачидананда Бхактивинода Тхакур говорит, и вот он говорит, что на пути Арчана мы должны поклоняться. На пути Арчана мы должны поклоняться Гор Вишнуприи. А на пути Баджана, Рагануга Марга, мы должны поклоняться Гору Гададхара Виграхи. Гаур Гададхар Виграха. Гададхар Пандит Госвами non-different from Радхарани. И вот Гададхар Пандит Госвами, он не отличен от Радхарани, но из шастры мы слышали, что Гауранга Махапрабху и Радхарани не отличны. Мы слышали об этом. Гауранга Махапрабху, он Радхарани, как это? На самом деле, Гауранга Махапрабху, он Вишая Виграха, Бхагаван Шри Кришна, он явился в форме Гауранги Виграхи и взял ее настроение и цвет ее тела, желтый цвет ее тела, Радхарани.
Если баба Радхарани украдена, if the baba of Radharani is stolen by if the baba of Radharani is stolen by Gauranga Mahaprabhu, и вот если она украдена Гуранга Махапрабху, это баба, и цвет ее тела, that's why we say, то в этом случае мы говорим, что Гуранга Махапрабху находится в Радхабхаве. Then when Baba is stolen, if Baba is stolen by тогда, если эта баба украдена поклонами Шри Кришны, and then и тогда there is effulgence, money, сияние, теж, it is called tej. Теж зовется. Radharani tej, tej mean actually effulgence. И вот это сияние, taking the form of Радхарани, оно приняла форму Гададхара Даса Госвами в Ариадахе, в Калькутте. Есть Шрипад Гададхара Госвами. И вот это и вот таким образом Радхарани в форме своего сияния явилась в форме Гададхара Пандита. Гададхара Пандит. Он сын Мадхава Мишра. И мать его Ратнавати. И Гуранга Махапрабху и большинство его спутников, они, большинство из них родились, явились Шрилете, это Шрихатта. И Гададхара Пандит, он с самого детства, Мадхав Мишра смотрел, что он с самого детства, этот мальчик был, всегда совершал бхакти. Его образование, все, он все закончил там, в том месте, и потом Мадхав Мишра и его жена, они ушли из этого материального мира. Гададхар Пандит пришел сюда и Гуранга Махапрабху находился в Йогапитхе. А их дом был рядом, дом Гададхара Пандита, и дом Гуранги. И с самого детства этот Гададхара Пандит, он всегда являл свои лилы с Гурангой Махапрабху. И вот с самого детства Адвайта Гасай участвовал в лилах Махапрабху. И потом, когда он вырос, Махапрабху хотел выразить свое, свое настроение Санкиртана, то Гададхара Пандит, он actually, in childhood there was different kind of playing and everything. But when gradually growing up, и вот когда он вырос, Вишвана Чакравартипад пишет, что Гор Гададхар Лила, Аштакали Лила, если вы сможете сконцентрироваться на ней, те, кто возвышенные преданы, если они будут концентрировать свой ум на Радха Говинда Аштакали Лиле, Вишна Чакравартипад говорит, они должны сконцентрировать свой ум на Гуру Гададхара Лиле сначала, Аштакали Лилу Гуранги Махапрабху с Гададхара Пандитом. Они должны помнить внутри себя, это не для обычных преданных наставлений, а для возвышенных. Они должны сконцентрироваться на этой лиле, и тогда это будет закончено. Полное
если они будут игнорировать Аштакалилилу Гауранги Махапрабху, то может быть какая-то проблема, которая станет причиной их падения, поскольку Гауралила — это полное объяснение Рады Говиндалилы. Гаурангалила — это полное объяснение Рада Говинда Лилы, и поэтому Вишвана Чакравати говорит, Аштакали Лилу Гауранги Махапрабху мы должны помнить сначала, и потом здесь Йогапитхи с самого утра, и во Вриндаване также Нишанта Лила, ночная лила, когда заканчивается утром, когда Лалита Сакхи совершает арати перед этим. Нишанта Лила. И здесь также можно вот в этом киртане найти такие слова. И таким образом в Йогапитхе, в Шримандире также. Йогапит значит, мы знаем, Йогапит значит собрание Гауранга Махапрабху в различных временах. В Аштакали Лиле он вот перемещается по различным местам, но иногда во Вриндаване все преданные, они собираются вместе. И поэтому вот это называется Йогапит. И также все преданные совершают разные виды служения. Но в это время большинство людей собираются вместе, совершают служение. Это зовется йогапитхам, это собрание этих воздушных преданных, которые служат непосредственно Кришне, зовется йогапитхам. И Гауранга Махапрабху, он вот о нем, у них Бхактиман Такур пишет в киртане, что он вот каким, он описывает, каким образом совершается арати. И вот такая лила происходит. Гададхар пандит, он полностью отрешен с самого начала. Он полностью отречен. Total detachment, Gadadhar Pandit is showing total detachment. Gadadhar Pandit is showing total detachment just from the beginning, from very beginning. С самого начала Гададхар Пандит, он не хочет, не хотел совершать никакой материальной самсары, и он как тень находился с Гаурангой Махапрабху. Когда Гауранга Махапрабху вернулся с Гаи, и явил настроение санкиртана, и в этом случае в Шива-сангане санкиртан-яге происходило. Гауранга Махапрабху день за днем терял терпение. И в день, в течение всего дня, Гауранга Махапрабху являл различные чувства. Сочимата не могла ничего сделать больше. Проблема была такая. Сочимата не может контролировать Гауранга Махапрабху. Весь день, что происходит, кто знает. Sometime crying, sometime, you know, что случалось, никто не знал, иногда он плакал, иногда танцевал. Что случилось? Однажды Гададхар Пандит был в доме Джаганнат Мишру, и Гауранга Махапрабху плакал и спросил, Гададхар, ты спросил меня, где Кришна? Скажи мне, где Кришна? Gadadhar Pandit speaking, Krishna is there inside your heart. Then Gauranga Mahaprabhu Pandit сказал, что Кришна внутри твоего сердца, и Гададхар хотел разорвать свою грудь, чтобы увидеть там Кришну. Но он его остановил и пытался утешить. Шачимата сказал, о Гададхар, если бы тебя не было, я бы умер. Иначе кто бы его
остановил. Сказал, что Кришна внутри твоего сердца, то тот пытался разорвать свою грудь, чтобы увидеть там Кришну. Шачимата дал наставление Гададхара, что все время ты должен находиться в Гауранге, как тень. И вот ты всегда должен находиться с Гаурангой и не отпускать его, ни на секунду отпускать его. Их вечная связь. И вот они связаны между собой. И поэтому Гададхара Пандит, он подобно тени. Он находится рядом с Гаурангой. Однажды Гауранга Махапрабху плакал. Он звал... точнее, Махапрабху плакал и звал к имени Пундарика, никто не знал. Никто не знал, кто такой Пундарик, этот Гададхара. Гададхара звал к имени Пундарика, и вот Гададхара... Вот я не понял, кто звал к этому, не вроде этот... Сейчас Махара скажет, и вот преданные думают, кто же это. И Гададхара сказал, что это великий преданный, мое сердце всегда думает о нем, и он появится здесь, и тем временем Пундарик Виденитхи пришел. И Мукунда, я уже сказал, Мукунда. Шивас Пандит, Адвайта Госвами, большинство из спутников Махапрабху, они из Срихати, Шрихата. Сейчас это место отошло к Бангладешу. Это очень святое место. Шачимата Джагнат Миша. Все, кто нет. Наш отец Сачимата. Они все, большинство из них родились там, в Срихате. Это очень святое место. Вот у них есть вечная связь с Гаурангой Махапрабху. И вот перед явлением Гауранги Махапрабху он послал каких-то своих спутников, и после принятия Синьяса, все остальные пришли. И вот такая система. Бхагаван перед тем, как он... going to disappear at that time all devotees they are coming for the nourishment of Gauranga Lila, full nourishment of Gauranga Lila. So Pundarik Vidyanidhi coming here. И вот все пришли, в том числе Пундарик Виденитхи в Гурадхаму, и наш Гауранга Махапрабху сказал, что он великий преданный. И вскоре мы осознаем это. Мукунда, он вечный спутник Гауранги Махапрабху. Мукунда однажды сказал, Гададхара Пандит, пойдем со мной, встретимся с этим великим преданным. И действительно, и тогда Гададхара Пандит, он пошел с Мукундой, чтобы получить даршан того великого преданного. И вот Пундарик Виденитхи, он в Ришабану, Анурадж. И Гададхара Пандит, он в Ришабану на Дине. Баба украденная на... как бы пойдет. И Гададхара Баба, она позитивная. Радхарани Баба, она не позитивная. Она негативная.
Он здесь вот в этом случае негативное не значит плохое, просто какой-то гнев, какой-то ну, такие другие настроения. Бама, баба. И вот Гададхар Пандит, я впоследствии объясню, что вот он пошел встретиться с Вришабану Махараджем. Но эта лила, она проявилась. И вот когда они получили даршан, Гададхар Пандит посмотрел, что он подобен царю. Он сидит на постели очень дорогой. Какая-то дорогая подушка рядом, и очень, и он умощен какими-то маслами, золотая цепь на нем висит, еще и жует листья бетеля. Еще находился под каким-то очень дорогим зонтиком. И Гададхар Пандит подумал, я думал, слышал о Пундарик Видьянидхи, это хорошо было, а когда я увидел его, это опасно для меня, поскольку я не могу поверить, что как преданный может так себя вести. Преданные необычно отречены от всего материального. А этот похож на какого-то наслажденца. И вот такое настроение появилось в его сердце. Это просто лила, чтобы показать нам нечто, какую-то сиддханту. И тем временем Мукунда посмотрел на лицо Гададхара и понял, что Гададхара, он подумал что-то плохое. И как же спасти его, поскольку он мог совершить вайшнава парадху, если мы превратно поймем вайшнава. Шрила Прабхупад говорил, что вайшнава санга это наивысший, наилучший путь, чтобы обрести благо в баджане. И вайшнава санга, она все же также опасна. Если совершать ошибку на этом пути, то можете попасть в ад. Самый простой путь – это совершить оскорбление в адрес Гуру Вайшнава. И самый простой путь достичь вечного духовного мира – это совершать саду сангу. И вот, чтобы спасти Гададхар Пандита Мукунда, он произнес одну шлоку. И вот из Шримад Бхагаватам он произнес шлоку. И вот эту шлоку Мукунда специально, он вечный спутник Бхагавана. И вот когда Махапрабху, он увидел Радхабабу, он
пытался как-то утешить его. И Рай Рамананда сказал, в соответствии с Бхавой Махапрабху, и наш Сваруп Госвами, он тоже, и Мукунда, слышно. И вот в Чайтанье Бхагавате, в Чайтанье Чаритамрите множество случаев. И вот в соответствии с Бхавой Махапрабху, его спутники понимают, что ему нужно, и поют соответствующий киртан или цитируют нужные шлоки, чтобы они поддерживали Бхаву Махапрабху в этом его лила. И ради этой причины они все собрались вместе. И так или иначе, когда Мукунда он начал петь эту, шлоку, то Пундарик Виденитхи лежал на подушке, так он в дремлющем состоянии был. А когда он услышал эту шлоку, он был одет в очень дорогую шелковую одежду. Обшитый золотом. Immediately when the stroke was spoken, then immediately our Pundarik Vidyanidhi going to throw everything and going to tear the chest. И вот Пундарик Виденитхи, он and is crying heavily. Where is Krishna? Where is Krishna? In separation, very heavily. Nobody can check it. So heavy Baba appear. All, you know, in the golden pot where he is going to spit, after chewing the, all gone here and there, all... И вот он начал рвать на себя, одежду, раскидывать свое украшение. И вот такие проявлять различные признаки божественного экстаза. И Гадахар Пандит, он подумал, что да, чистого преданного нельзя узнать так просто. И нельзя судить по каким-то внешним признакам, как Сидар Махарадж. Если посмотреть на Сидар Махараджа, кто-то может превратно понять его. Very nice dress. Он был очень хорошо одет. А потом, когда он пожилом возрасте, у него чесотка какая-то была. Эти доктора посоветовали ему жить такой, использовать кондиционер, чтобы уменьшить температуру воздуха. Кто-то может превратно понять его. Но возвышенные души, как Шрила Бхакти Прамод Пури Дева Госвами Махарадж, Джаджва Госвами Махарадж, они знают, какой он великий преданный. И таким образом Гададхар Пандит, он был удивлен видеть его настроение. Он подумал, что я совершил оскорбление в его адрес, что же делать. И вот он думал, как же искупить свое оскорбление, и потом он решил и сказал Гуранге Махапрабху, что я совершил ошибку, и чтобы исправить ее, я думаю, что я должен принять прибежище у Пундарик Виденитхи, я получу дикшу от него. И Гуру, он всегда милостив к ученику, я предамся ему, не автоматически все ошибки, которые совершил, я их исправлю. И таким образом Гададхар Пандит принял прибежище у Пундарик Виденитхи. He took shelter of Pundarik Vidyanidhi. So
И вот таким образом Гауранга Махапрабху постепенно он выразил различные бавы, которые показывают, что Махапрабху не может находиться в этой форме. Махапрабху оставит нас в итоге. Это действительно стало так. Гауранга Махапрабху оставил эту Гаурадаму. И вот он принял саньясу, и после принятия саньясы Гауранга Махапрабху отправился в Нилачаладаму. И Гададхара Пандит также. Я кратко расскажу, поскольку множество лил. Лила образования, поскольку Махапрабху он преподавал и обучался. И Гададхара Пандит тоже там же вместе, в том же месте они учились. И Гауранга Махапрабху, он иногда спрашивал у Гададхара, ты изучаешь логику, ньяя, дай мне ответ на такой-то вопрос. И Гауранга обычно побеждал Гададхара, и так они иногда спорили на основе логики. И когда Гауранга Махапрабху, он являл свои лилы на Гадруме, там и здесь. Махапрабху являл лилу на Амгате, это рядом с Харикхаракшетрой. И вот там был праздник манго. И вот там Махапрабху, он посадил семя манго в землю, и оно сразу поросло, стало деревом, и на нем появились спелые плоды манго. Большие манго, вот такие. И Махапрабху показал преданным, чтобы они собрали манго, а Махапрабху предложил его Кришне и начал раздавать всем преданным. This kind of lila. And the younger brother of Gadadhar Pandit is Baninath. Baninath, you know? Baninath, you know, Chapahati, you know Baninath? Baninath is the younger brother of Gadadhar Pandit. There is Gaur Gadadhar Vigraha. There is Gaur Gadadhar Vigraha, you know, Chapahati. И в Чампахате есть Гора Гададхара Виграха, служение ей основал Ванинатх, и оно, это служение продолжается до сих пор. И вот Гауранга Махапрабху совершает различные лилы в этой Гаурадаме, и в то время Гададхар был с ним. И особо, ведь ночная лила. И почему я начал с Шрилы Прабхупады? Поскольку Шрила Прабхупада — это начало и конец всего. Шрила Прабхупад многократно предупреждал нас, что не должно быть никакой материальной концепции. Если у вас есть какие-то материальные представления, материальные представления о божественной чете, то это станет причиной вашего падения. Я немного ранее говорил о Баларам Расе. Люди говорят, что Баларам совершает расу с Гопи Кришной, прикрываются
именем Шрилы Прабхупады говорят, что он где-то Шримад Бхагаватам такое написал, но доказать этому никто никогда не видел. Но они, прикрываясь именем Шрилы Прабхупады, говорят какую-то тсебятину. One article I signed were totally wrong Siddhanta. They are speaking, mistake. They are their personal Siddhanta. By giving attributes in the name of Prabhupada. Вот можно so, так видеть, что некоторые свою отсебятину представляют под именем того, что сказал Шрила Прабхупад. И вот Шрила Прабхупад — это начало всего и конец всего. И Шрила Прабхупад, он предостерег нас, Гор Гададхара Лила и Гор Вишну Прия Лила. У нас не должно быть никаких превратных представлений о Гуранге и Вишну Прия. Если мы превратно поймем, то это станет причиной нашего падения, а не подобно Лакшми Нарайне. Представления о Лакшми Нарайне, они вечны. И также идея, концепция о Гуру Гададхаре, она подобна Рада Говинде, но это концепция Рада Говинде, она хороша, но никакого самбога у них нету, никакого наслаждения нету. Все это просто делается для того, чтобы показать нам, какова связь между Гуранги и его Шакти Гададхара. И после этого говорится, когда они выросли, а когда мы повзрослеем, и вот рассказывает, что ночью, когда Махапрабху спал, тут начали эти кукушки куковать, и он проснулся от их звуков. In dream, you know that Gaur Gadadhar Lila and Radha Govinda Lila, Gauranga Mahaprabhu, Golden Compassion, Krishna taking, all this kind of very nice, you know, Baba there. So, in the morning time, in Yogapitha, Gauranga Mahaprabhu проснулся с самого начала. Те, кто следует Аштакали Лиле, я не знаю, как они следуют, поскольку есть ограничения с Бхактивинода Такуром, Шрилой Прабхупадой, с всеми остальными ачарьями. Обычные люди не имеют права думать об этих Аштакали Лилах постоянно, но кто-то следует, кто-то нет. И вот там описывается Киртана Баба Прабхава Смарана Хайби. Шрила Бхарати Махарадж тоже объяснил, и я тоже объясняю, когда автоматически киртан происходит в нашем сердце. Когда мы ходим, идем, спим, и в этом случае различные мысли могут прийти к нам. И мы можем видеть, как в сценарии является такое один за одним. Я не говорю какие-то истории. Like scenery, direct you can see Gauranga Lila, all everything, right from the beginning. 3:30, 4 o'clock, you know, quail and shouting. Then after that, Gauranga Mahaprabhu get up, Gadadhar get up. They are doing different kind of lila there, aruti, everything. In the morning aruti, you know, Vali Gora Gadadharir.
Aruti Nehari, Nodiya Purava Bhave Jao Bolihari, this kirtan is a complete. И вот этот киртан – это полное памятование Аштакали, первой части утренней Аштакали Лилы. У нас нет права, поскольку мы можем превратно понять, и поэтому Шридхар Госвами Махарадж специально он написал другой киртан для обычных людей под руководством Шрилы Бхактивинода Такура. Кто-то говорит, что Такура пишет такой киртан, Кешав Махарадж почему по-другому говорит, но это неправильно, если бы он говорит так, можем оскорбить кого-то. И вот под руководством Бхактивинода Такура под с таким настроением прощения, такое извинения. Шрила Кешав Махарадж написал свой киртан, более простой, более доступный. И вот в том... И вот чтобы обычные люди не могли что-то плохое подумать о божественной чете, поэтому Шрила Кешав Госвами Махарадж написал более простой киртан, чтобы такой возможности не было. And common people can say what they are doing, all young gods and Krishna, they can misunderstand. They are sense enjoyer, no? Those who are sense enjoyer, each and every day, each and every step they misunderstand. What they are doing, morning time, night over, what they are doing, they can misunderstand. Like South Indian people, they think it is more practical to worship И как можно видеть, что южноиндийские люди думают, что поклониться рада этой Лакшми Нарайане проще, чем рада Говинди, поэтому рада Говинди даже не думают никогда, только Лакшми Нарайане. И вот И вот еще Прабхупад говорит, что мы можем помнить и обсуждать эту лилу Гауранги Махапрабху только тогда, когда вожделение ушло из нашего сердца. Вишванатха Чакравати Патан написывает это все подробно, но мы должны все это гармонизировать. И утром, когда Гауранга Махапрабху проснулся, в это... И та же самая лила происходит с Радха Говиндой, когда Кришна, он... То есть их настроение одинаковое, что Гауранги Махапрабху, что Радха Говинды. Но кто-то может это превратно понять, поэтому для обычных людей не запрещено это думать, обсуждать об этом для начала. Нужно совершать нам баджан, и если мы получим вкус к Харинаму, к святому имени, к Панчататве, то тогда это будет зеленым светом на нашем пути к Харинаму. Он сам самодостаточный, если у вас есть должная вера в Харинам, то Бхактивинода Такура говорит, что Харинам может дать вам все. Если у вас есть сильная вера, когда Шрила Прабхупад, ему был дан Харинам, Бхактивинода Такура не совершил никакой ошибки. Я могу дать вам пример, но вы не должны имитировать. Когда Шрила Бхактивинода Такура дал Харинам Бимала Прасаду, и дал наставление ему поклоняться Курма Виграхе. Бхактивинода Такура дал только Харинам.
Бимала Прасада. И как Бхактивинода Тхакура мог дать наставление поклоняться Курмадеву, поскольку Курмадев — это шалаграм, а без дикши никто не может поклоняться, но Бхактивинода Тхакура не совершил никакой ошибки, поскольку он наставление дал Бимала Прасаду, а не нам с вами. Поскольку Бхактивинода Тхакура знает, что Бимала Прасад — он вечный спутник Гуранги. И этот Харинам, он подлинный Харинам. Что такое Харинам, что такое посвящение? Иногда кто-то вот пишет мне письма с просьбой дать посвящение, но я чувствую боль, поскольку если я знаю, что если вы сможете слушать Харикатху совершенным образом, то через Харикатху вы можете развить чувство связи, как Парикшит Махарадж. Это зовется дикши. В Кали-югу не могу так советовать. Многие недовольны будут, но это так или иначе факт. Если через Харикатху вы разовьете самбанта-гьяну, если вы слушаете, и также вы слушаете Харинам каждый день, мы услышим. И мы слышали, как Гуру Махарадж повторяет Харинам. Я специально не записывал, потом кто-то попросил меня записать, я записал, как Гурудев повторяет Харинам, и потом мы включали в Мадхи и слушали. И киртаны также Гуру Махарадж был прекрасным киртани. So, this kind of transcendental vibration, of course, for Dikha, remote control is not possible. Remote control only possible when you are 100%. Если вы получаете дикшу, то удаленную дикшу получать неправильно. Нужно непосредственно получать харинам дикшу от Гурудева, дикшу по телефону как-то несерьезно получать. И вот, если ваше сердце чисто, то тогда вы можете получить возможность служить божествам. Почему нет? А те, кто иногда можно видеть, что те, кто получает дикшу, уже 20 лет прошло, но сердце они не очистили, и как они смогут получить право совершать арчану. Шрила Прабхупад говорит, что не всегда так случается, что если кто-то получил дикшу, что дикша она получилась. Может, какая-то так называемая ложная дикша получилась. То есть не все совершенным образом получают дикшу. Те, кто не получил такую совершенную дикшу, не имеют права совершать арчану. И что тогда, что за дикша такая, которая как бы не настоящая? Шрила Прабхупад говорит, что они какую-то сукрити получат, благую удачу, бхакти сукрити. И таким образом, с неотрывным вниманием, если вы будете слушать Харикатху, то вы обретете чувство взаимосвязи с тем, от кого вы слушаете Харикатху. Я говорю о Шриле Прабхупаде и Бхактивинода Тхакуре, а не говорю о какой-то личной философии. И вот Гададхар Панди таким образом он явил лилу в Нилачалдаме. И вот там, в Нилачалдаме, Гауранга Махапрабху, он находился в Гамбхире, и Гауранга Махапрабху обнаружил божество из Айтоты. И вот там на пляже, около океана, там место Айтота есть, и там в том песке Махапрабху обнаружил божество Тота Гопинатха. Тота Гопинат, значит, в Гопинатхе зовут, а Тота
потому что его нашли в Вайтоте. И Махапрабху отдал это служение Гададхару. Кто был в Пури, они видели этого Тота Гопинатха, и вот это служение было отдано Гададхар Пандиту. Махапрабху поручил ему, и до последнего момента своей жизни Гададхар Пандит совершал это служение, но вопрос. Гададхар Пандит всегда. Выражал позитивное настроение, как Рукмини. Если Гуранга Махапрабху гневался, являл лилу гнева, то Гададхар он боялся. И вот тут однажды Гададхар Пандит сказал Гуранге: «Я не получаю, не чувствую силы мантры. Я кому-то сказал, я не помню». А поскольку, если мы повторим слух, расскажем кому-то о своей дикша-мантре, то потеряем их силу. Только Гурудев может такое делать. Это невыразимо. И таким образом Гададхар Пандит сказал Гуранге Махапрабху: «Я не могу получить силу этих мантр». И вот Махапрабху сказал ему, что твой Гурудев Пундарик Виданидхи, если ты потерял эти мантры, иди у него спроси, я не могу тебе их дать, это неправильно. И когда же он придет сюда, и Махапрабху сказал, что вскоре придет, чтобы встретиться со мной здесь, в Пурушоттам Дхаме, ты можешь у него заново получить эти мантры, а я тебе не могу дать. И вот Гададхар Пандит ждал, пока придет Пундарик Виданидхи в Дхаму, и потом опять получил эти мантры от Пундарика Виданидхи. И когда Валабхачарья встретился с Гурангой Махапрабху, множество различных лил было. И вот Махапрабху, он увидел, что из-за великих качеств этого пандита он в общем, этот Валабхачарья возгордился из-за того, что он из высокой семьи происходил, с богатой был там и прочее. И вот он пришел и сказал, что он написал комментарий к Бхагаватам, не могу принять комментарий Шридас Госвами Пада. Выразил такое пренебрежение, и Гуранга Махапрабху, он дал ему непрямое наказание. И тот написал какие-то комментарии к Бхагаватам, хотел прочесть их Махапрабху. Махапрабху сказал, что я глуп, не могу слушать твои комментарии. И также ты не следуешь, не принимаешь комментарии Шридас Госвами Пада, а он... А он написал свои комментарии по милости Нарисимхадева. Как вот в этой шлоке говорится, что по милости Нарисимхадева Нарисимхадев явился и благословил его своей рукой. И поэтому вся суть Бхагаватам, она явилась перед Шридас Госвами Падой, и у него нет никакого ложного эго. И ты, если не принимаешь его комментарий, ты подобен проститутке. И вот Махапрабху сказал, что женщина, которая
слушается своего мужа на подобной проститутке. И этот Валапрачари был шокирован. И в другой день тот пришел, тоже написал что-то о Харинаме, и Махапрабху сказал, что я глуп, не могу понять, что ты говоришь, я знаю только, что Яшодананандан, Нанданандан, я вот их знаю, а твои писанину не хочу слушать. И вот когда Махапрабху его так проигнорировал, то все вайшнавское общество оно узнало об этом и тоже от него отнекивались. И вот он ходил со своими писанинами, пытался кому-то прочесть, но никто не хотел слушать даже. So that Vallabhata reaching and speaking. Vallabhata пришел и говорит о Гададхарах. И вот Гададхар думал, что же делать. Махапрабху игнорировал, не мог оскорбить его. И что же говорить, если он скажет, нет, не могу слышать, это оскорбительно. Если слушать его, то Махапрабху недоволен будет его, что же делать. И вот Гададхар пандит, он сидел тихо и думал о лотосных стопах Гуранги. Он Прабху, ты знаешь все, я не слушаю его, он тут читает что-то. И вот он так думал о лотосных стопах Гуранги. Просил не наказывать, поскольку он не слушает, просто повторяет имена Гуранги, этот что-то тут говорит, а я его не слушаю. И после этого Махапрабху узнал об этом. И Махапрабху явил лилу гнева, что да, ты слушаешь комментарии какого-то этого недостойного человека. А Гададхар сказал, что я не слушал. И Махапрабху его начал плакать. Гуранга Махапрабху хотел пошутить над ним, что ты слушаешь то, что недостойно с того, чтобы это слушать. И Гададхар расплакался, и Гуранга Махапрабху начал смеяться и сказал, что я хотел подшутить, чтобы проверить, насколько ты любишь меня. А ты очень близко к сердцу воспринял это. Но я знаю все, не беспокойся. И такая лила, она всегда происходит. Однажды Нитянанда Прабху принес прекрасный рис. Сейчас такого риса уже не найти. Махапрабху где-то его нашел, откуда неизвестно. Очень ароматный рис. Вот он 3,5 килограмма с чем-то принес и отдал это рис Гададхару. Сказал, Гададхар, ты можешь приготовить этот рис сегодня. Предложим Кришне, примем его. Гададхар сказал, хорошо. Он пошел, собрал овощи в огороде. Naturally growing, all everywhere. All poor people, they have no money. They can go to field and get boiled and take. We heard from my,
you know, mother, father, grandfather, they were very, very cheap market. Very cheap. You know. Follow. You can make a godown of rice with 1 rupees. Раньше рупия была сильна, и продукты были очень дешевые. На 1 рупию можно было на несколько месяцев еды купить. А город Махапрабху, когда был еще, это мне эти отцы деды рассказывали, что за 1 рупию можно было купить еды на несколько месяцев. А в то время еще дешевле было. И вот этот Гададхар, он собрал овощей с огорода, приготовили, предложили Гопинатху. И вот арати совершили, вынесли прасад, Махапрабху Нитянанда собрался это принимать уже. И тут Гуранга пришел, повторяя Хари Кришна Махамантру. И Гуранга спросил, что вы тут делаете без меня, и уже идите. Я тоже буду есть с вами. Не давайте. Хорошо, ешьте, мы все разделим на 3 части. I have also my и right вот, to take prasadam of Gopinath, Godadhar, you. Yes, you have your right. Then, и вот Махапрабху пришел, так и шутяне начали принимать этот прасад. И Гададхар Пандит иногда совершал такую лилу, различные лилу он совершал. И когда Гуранга Махапрабху в итоге выразил и проявил Манджари Бабу, Рада Бабу, это особое, поскольку этот вопрос может возникнуть. Если вы очень разумны, вы можете спросить во время Гамбхира Лилы. Это есть, и вот во время Гамбхира Лилы, почему Гададхара не было? Хотя он Радхарани, олицетворение Радхарани, почему его не было? Там мы можем вспомнить, что внутри Гамбхиры, когда Махапрабху, он чувствовал чувство Рада Бавы. И вот три различных вида бабы он чувствовал, иногда Манджари Бабу, иногда я уже объяснял. И что говорил Гуранга Махапрабху, он показал, что это Манджари Бабу, иногда он проявлял Рада Бабу, иногда Саки Бабу, Манджари Бабу, такие бабы. Но так или иначе, почему мы не можем найти Гададхар Пандита внутри Гамбхиры, в то время как он Радхарани? Мы находим только Лалиту и Вишаку. Лалита наша, это Сваруп Госай, а Вишака Рай Рамананда. Они все время утешают Махапрабху. Их баба, она не... И в то время утешить... Сваруп Госвами пытался как-то утешить его, а Харикатху говорил. Рай Рамананда. И вопрос возникает, почему Гададхар Пандита не было там, поскольку баба уже украдена. Если настроения Радхарани нет, и так много вопросов может быть, поскольку я уже объяснил, что с трансцендентного мира, если что-то взято,
то оно там и остается. Something is taken out from a complete thing, then in the material world it becomes incomplete. But in a prakita jagat, not so. Но в трансцендентном мире это не так. То есть, если что-то взять, то оно там и останется, и будет в другом месте. А в материальном мире такого нет. Я пытаюсь объяснить, чтобы все вопросы были отвечены. И вот, если Баба Радхарани украдена, то значит ли это, что у Радхарани не осталось этой Рада Бабы? И вопрос в том, ответ в том, что да, если из полного в вечном духовном трансцендентном мире что-то взять, если из полного взять полное, то остаток будет тоже полное. Как Гирирадж Гавардхан, он явился из трансцендентного мира, и там же он остался, явился здесь. И как это возможно? И вот ответ на таков. Это вопрос лилы, лила виласа. Это не вопрос аргументов, это организовал Гауранга Махапрабху. Баба уже украдена, и Гададхар явился сейчас, чтобы явить какую-то компенсирующую лилу с Гауранга Махапрабху. И поэтому Гададхар Пандит, он сейчас являет настроение Радхарани, но зигзагообразное, иногда такое, иногда противоположное, только рага и анурага. Но Гададхар, он по желанию Кришны, Гуранги, он, у него только позитивное настроение, как Рукмини. Рукмини однажды. Она омахивала пахалам, и Бхагаван Си Кришна специально шутил с Рукмини. Рукмини, ты так прекрасна. И ты дочь царя, я нищий. И Кришна говорит, он объясняет объяснение данное Рукмини. И Рукмини говорит, действительно, ты нищий. И Кришна Сутя говорит, что я нищкинчен. И те, кто нищкинчены, они поклоняются мне. И ты можешь опять жениться на каком-то принце, на Раджкумаре. Почему ты женилась на мне? Я вышла замуж за меня, я нищий, а ты дочь царя, должна жениться, ты, я позволяю тебе выйти замуж за какого-то царя или принца. И Рукмини подумала, что это не шутки, это серьезно. И Рукмини, она упала без сознания, и опахав ее этот... А пахала упала куда-то, и Кришна схватил ее, начал омахиваться пахалом и брызгать водой, она пришла в себя, и Кришна засмеялся. Я пошутил с тобой, а ты так серьезно это восприняла. И таким образом это позитивное настроение можно найти. В Гададхар Пандите и много вещей я могу сказать, но времени мало. И Гуранга Махапрабху решил отправиться во Вриндаван. На пути во Вриндаван Гуранга Махапрабху, он собирался зайти в Бенгал, чтобы принять омовение в Ганге, и потом... Но Гададхар, он хотел следовать Гуранге, он, поскольку он подобен его тени. И Махапрабху сказал, нет, ты не можешь идти со мной. Если ты любишь меня, я дал тебе служение, поклонение кто-то Гопинатху, и ты также взял обет кшетра саньяса,
что ты никогда не уйдешь из Сикхетвы. Как ты можешь со мной пойти? Нет, я пойду с тобой. Нет, не надо, нет, пойду. Хорошо, я пойду без тебя, но с тобой. Я отдельно пойду. И вот Махапрабху сказал: «О, Гададхар, подумай, я дал тебе обязанность служению поклоняться Гопинатху. Если ты уйдешь, это оскорбление придет ко мне, поскольку я дал тебе это наставление. Ты должен совершать Гопинатху, но ты оставишь ее и пойдешь со мной, это оскорбление будет с моей стороны также». И Гададхар Пандит сказал: «Хорошо, не надо брать на себя это оскорбление, если я оставлю служение Гопинатху. Или если оставлю кшетра саньяс, это моя ответственность из-за твоих лотосных стоп. Ради тебя я готов оставить все служение, все виды служения. Я не могу жить без тебя». И в итоге Махапрабху не мог его силой заставить остаться. И Гададхар Пандит нарушил свой обет кшетра саньяс и дошел до Катака. И вот после этого Махапрабху взял Гададхара и сказал: «О, Гададхара, слушай меня, не надо идти со мной, это моя просьба. Если ты любишь меня, ты должен следовать моим наставлениям. Ты не должен ради удовлетворения своих чувств идти за мной. Ты должен следовать тому, что я говорю тебе». И Махапрабху, он пересек реку там на лодке, а Гададхар начал плакать, как сумасшедший, упал на землю. Горанга Махапрабху не смотрел в его сторону, поскольку если бы он посмотрел, то его сердце бы разорвалось от разлуки. И Гуранга Махапрабху, он пошел дальше, этот Гададхар вернулся. И вот Махапрабху дошел до Рамкели Грама, там где Рупа Санатана жили. И вот там встретился с Рупой Санатаной и сказал, что люди спрашивают, что я... вот люди спрашивают, он как бы во Вриндаван собирался, зачем вам телеграммы выйти, это не по пути, но он пошел, чтобы встретиться с Рупой Санатаной, потом он пошел в Канай-Надшалу и вернулся. Махапрабху плакал и говорил: «Гададхар, я принес боль Гададхару, и поэтому я не смогу дойти до Вриндавана. Из-за того, что причинил боль Гададхару, я не могу увидеть Вриндаван». И вот Махапрабху вернулся в Пурушоттам-даму. Гададхар был очень рад. И такая лила происходила, так много татва-вигьяна. И в день его ухода я продолжу говорить о его славе. Ванча Калпадуросика Васиндубавич, Патитанан Павна Бхавишна Вьонамин.